про сумму чисел Фибоначчи с нечетными номерами. Я буду аккуратно выписывать сейчас и базу, и переход. Это на самом деле будет очень просто, потому что формула действительно очень простая. Но здесь важна логика. Здесь не так важно, что это сложное там, или несложное рассуждение. Важно, чтобы вы поняли логику. Итак, смотрим внимательно сюда. Вот она сложная. Мне нужно доказать, что будет фи с номером 2n. Мы хотим доказать вот это разница. Доказательство состоит из базы и индукционного перехода. Поехали. Что такое в данном случае база? Это утверждение для случая n равного 1. Проверяем. В левой части сумма n первых нечетных чисел Фибоначчи. То есть на самом деле фи первое. В правой части стоит фи с номером 2n, то есть фи второе. Вообще-то единица равна единице. Все. Базу я проверил. Теперь переход. Что такое переход? Считая, что утверждение верно для n, мы должны его проверить для n плюс единицы. Так и пишем. Так, ребят, сначала я буду очень подробно писать. Чем дальше, тем будет это, конечно. Дело в том, что когда вы будете большие, вы будете просто писать утверждение очевидно по индукции. И все. Вот. Но пока нужно все подробно расписывать. Предположим, что для некоторого натурального n, можно слово натурального не писать, и так понятно, что, конечно, у нас n это номер, да? Предположим, что для некоторого натурального n верно равенство. Натуральство. Фи первое плюс фи третье плюс фи пятое и так далее, плюс фи 2n минус первое равняется фи 2n. Тогда, извините, у меня здесь доска кончилась, поэтому я сверху пойду. Тогда все просто. Я пишу то же самое, только не первые n нечетных чисел. Не первые n чисел Фибоначчи с нечетными номерами, а пишу первые n плюс 1 чисел Фибоначчи с нечетными номерами. И смотрите, какая история. Вот эту сумму я знаю по предположению индукции. Я вместо нее пишу фи 2n. Ну а это слагаемое, оно осталось. Хорошо. А чему равняется сумма 2n и 2n плюс 1 числа Фибоначчи? 2n и 2n плюс 1 – это подряд идущие натуральные числа. Чему равна сумма чисел Фибоначчи рядом стоящего? Следующему. А как это следующее обозначаю? 2n, 2n плюс 1 – следующее число. Какое? После 2n и 2n плюс 1 – какое идет число? 2n плюс 2, совершенно верно. Все. Все. Индукционный переход обосновали, потому что вот это и есть 2 умножить на n плюс 1. Отлично.